Дисклеймер. Привет, я Трид. Сегодня мы с тобой продолжим проходить восприятие. И у нас опять темнота. Ага. А, да-да-да-да, я вспомнил, где мы остановились. Ладно, пошли. Кстати, куда идти? Ага, понятно. Сначала надо изучить обстановку. Ну, тут... Это место ощущается... По-другому. Это тот же дом, но... Нет, это невозможно. Алло? Кэс, я нужен тебе сейчас, прошу тебя. Опять 25. Нужен. Нуждаться в ком-то не слабость, Кэсси. Нет, для тебя это может быть нужда, что-то первобытное. Когда тебе что-то нужно, ты не контролируешь ситуацию. Ты в отчаянии. И сейчас я отчаянно нуждаюсь в том, чтобы ты была в безопасности, и я не стыжусь этого. Я... Какого черта? Прости, малыш, связь паршивая, поговорим позже. Сообщение отправлено. Опа, а что эта дверь сама открылась, видите ли? Да, смотри, дом зарос вообще. Теперь мы на карнавале? Да что творится в этом чертовом месте? А, это выбить, наверное. А, ты настоящий рыцарь, не вздумай потратить последние 5 центов на еще один бросок. Береги силы для своей поэзии, Шекспир. А теперь дай мне бейсбольный мяч, и я выиграю тебе этого медведя. Все, я выбил. Где мой медведь? Я хочу медведя. А я попросил у Сержа автограф, а затем его номер телефона. Он написал его прямо на мяче. Ну да. Я должна быть добрее к нему. Джейн! Джейн, проснись и пой, солдат. Твоя птичка Бетти сделала тебе колбаски печенье. Какие колбаски? Какие печенье? Медведя мне отдай. Ага, цель я вижу. Нормально, я хочу медведя, а не... О, все ясно, все понятно. Угу. Я это запомню. Угу. Жулики. Стоп! Я чую... Это завтрак? Ну, картошечку ел, да, утром. Было такое. Так, давай, открывай. О, еще одно радио, давай. А, это не радио, понял. Динамик. Отключается, не? Да, отключи. Ой, не надо. Ты что ж меня пугаешь тут так, а? О, боже, что с ним произошло? Джейн. Ты едва прикоснулся к тарелке, любовь моя. Давай же, возьми еще. Твоему организму нужны жизненные силы, чтобы сражаться. Видит ли она его? Теперь, милый, не волнуйся. Ни один уважающийся солдат не должен найти дрянные казенные пистолеты. Пластиковые рукоятки — все. Я согласна только на рифленое ореховое дерево. Ладно, я поняла. В прошлый раз мне надо было что-то там, что узнать, что случилось с Фелицией. На этот раз мне нужно найти этот револьвер. Это просто. А, ну ладно, допустим. Мы типа узнаем, что с всей семьей случилось. Я должна найти источник этих звуков. Я не уверен. Я постоянно обязана найти этот револьвер, что... Так, ну это как-то вверху, я такое ощущение, что там кто-то смотрит на нас. О, там что-то есть. Увидеть бы еще, где лестница наверх. Так, это закрыто. Да, это, наверное, раскладная лестница, знаешь. Ну, часто в американских фильмах такое показывают. Вот. Мне нужно пробраться на этот чердак. Ведь вам мне придется что-то найти, чтобы опустить веревку вниз. Ага, я понял, это нам нужен крючок такой на пол. О, да, я пытаюсь находить тебя занятия, дорогой. Кто бы видел, какие аккуратные у меня теперь получаются стежки. Но мне нужно больше. И не из тех, кто довольствуется малым, малыш. Идем, я покажу тебе... Что-то там. Так, вон еще одна дверь. Видишь, тут показывают сразу несколько целей. Я так запутаюсь. Дверь все еще закрыта, я так понимаю. Так, тут... О, кубок.
Поверьте мне, директор Лоза, я очень горда тем, что мое имя на змеине женской команды, но у меня лучший результат во всей школе. За все времена, вы говорите, я должна радоваться тому, чего добилась. Но я добилась школьного рекорда. Я подам официальное прошение о том, чтобы мое имя там вышли. Так, допустим. Да, я понял, но нам надо спуститься сначала. Ага, лестница. Не просто же там так дверь, это правильно? Да хватит скрипеть, я уже, честно говоря, не боюсь. Это третий выпуск, правильно. Чё, бояться третьего выпуска? Угу. Ну давайте, чё тут? Тык-тык. Секунду. Где я? Ты меня спрашиваешь? Сама не видишь? А мод вас. Мне жаль. English. Английский? Англис? Англиас? Real smooth, Cass. Очень красноречиво, Кэс. Дельфин мне не... Дельфин мне поможет. Мод де пас. Нужен пароль, скорее всего. Пароль, да. Пора поиграть Шерлока Холмса, Кэс. У нас уже несколько целей получается, правильно? Капец. Да, нам надо на чердак. Нет, нам надо сначала взять револьвер. Чтобы взять револьвер, нужно пойти через чердак. Чтобы пойти на чердак, нужно пойти в подвал. Логично. Понимаю, да? Да? Ясно, да? Угу. На чердак мы пойдем через подвал. Это логично. Моя дорогая Бетти, когда я была ребенком, мне тоже было немного не по себе из-за этого всего, но всегда я был скрипучим. А, этот дом всегда был скрипучим, полных мотыльков, никакие голоса со мной не разговаривали, и видения меня не беспокоили, призраков я встречал только здесь, на другом континенте. Но хватит разговоров о смерти. Твой любящий муж, Джин. У тебя муж Джин? Хрена себе. Аладдин, тебе кто брат? Так, куда нам надо? Так, ну нам дверь это. Ох, ну ради всего святого, где же этот револьвер? А закрыто, конечно. Кстати, субтитры не появились. Соединение с пользователями сообщества. А, здравствуйте, Касси, рад познакомиться, а я Ник. А я только начинаю использовать это приложение. В любом случае, рад буду помочь. Жду, пока появится изображение. Отлично, вижу. Похоже на сейф. О, да, там есть небольшая защелка сбоку ее. Короче, она откроется при прокручивании. А теперь буду... Не успел. Дурацкая сова напугала меня. Че, тут пусто? А в чем прикол? Башка оленя. Ага. Опять сохранение, здорово. Идти мне куда? Так, нет, все, сейчас гражданская война начнется, туда мы не пойдем. Я понял, мне нужна чья-то там башка. Куда музыку выключил? Я без нее не вижу. Так, мне, видимо, как-то по кругу придется обойти, правильно? Кстати, сейчас я не вижу места, где спрятаться можно. Неужели больше не придется спрятаться? Ну и отлично. Тогда вообще не страшно, понимаешь? Так, подожди. Нам надо туда пройти, правильно? Но я не могу. Тут двери нет. Не, по-моему, вот и есть, но она не открывается. Открылась. Что я не ее в прошлый раз нашел. Ну давай, пугай меня. Видимо, не сейчас. Хорошо. Куда мне? Ага. Вижу. А, это зеркало. А зачем ты фоткаешь зеркало? Соединение с пользователями сообщества. Приветствую снова. Друзья попросили посмотреть за кошкой, так что я буду здесь весь день. Так, как раз вижу картину. Фу. Кто-то написал слово «Дарим». Снова и снова на этом зеркале. Похоже, что это написано губной помадой. Странно. По крайней мере, я надеюсь, что это губная помада. Мне нужно чаще выходить из дома. А дайте мне знать, если могу еще чем-то помочь. Это, похоже, пароль, да? Дарим. Так, это будете меня пугать, нет? Заколебали.
Так, полка, ну все, это, видимо, пароль. А, нет, смотри, тут еще что-то на столике есть. Что ж, папочка, надеюсь, твой старый друг сможет меня выручить. Ну же, полковник Роджер Дель Рей, я на вас рассчитываю. Дорогая мисс Джин Мартин, я отлично помню вашего отца. И я навеки в долгу перед ним за его многочисленные жертвы во имя свободы. Но он был честным человеком, так что простите меня. Но узнай он, что я отправил его любимую крошку на службу, он перевернулся бы в гробу. Что? Отец бы мной гордился? Что ж, начинай все сначала. Хватит в ухо мне дуть. Давай, Бетти, задай им. Это не предвещает ничего хорошего. О, присесть, ну зашибись. Я знаю, что этого не может быть. Дом предупреждает меня. Он говорит мне, что именно я должна тебя спасти. От врага. Эти твари. Так, я понял. Это, видимо, времена гражданской войны нам сейчас показывают, скорее всего, правильно? А кто-то есть? Здорово. Фриц, мерзавцы. Тебе там не место. Там должна быть я. Когда я найду этот револьвер, я отправлюсь туда. И они мне за все заплатят. Хотя, возможно, даже Вторая мировая. У Фелиции была броня, но и насчет ребенка. Дом вызывает у Бетти паранойю о том, что происходит с Джином в Европе. Европа, значит, скорее всего, Вторая мировая, все-таки. Точно, женщина-пилоте. Эх, я представляю себя в кабине самолета. Благодарим вас за интерес, проявленный к женской службе пилотов в США. А, к сожалению, мы принимаем только женщин до начала войны. Не успел. Че? Нет, ну это просто глупо. Я быстро учусь и... Ах, нет смысла плакать над разбитой чашкой. Опять в атаку. Так, хорошо, у нас тут еще что-то есть. Портсигар, что ли, просканировать? Или паспорт просканировать? Даже не Дельфи, а Делфай. Шантель. Может быть, это и есть пароль? Шантель? Серьезно? Шанталь? Или что там? Даже не то, что он сказал, какое-то там имя было написано. Шантель? Шанталь? Что она сказала, я уже забыл. Ой, надеюсь, мне не надо было запоминать это имя. Потому что я не вспомню. Шантель. Шанталь. Так. Ворота закрыты, значит, нам не туда. Ага, вижу, вон дверь подсвечивается. Хочу сказать, необычная игра. И тут не видно ничего. Это мы сделали вывод на третьем выпуске. Да-да-да. Хорошо. Так, нет, подожди, это тупик. Это с этой стороны у нас был выход. Ага, вижу. Где ты? Твою мать, нам надо куда-то спрятаться, а нам некуда. Нам надо, наверное, убежать от него, да? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Не туда, не туда. Фух, убежали. Прикинь, вот это вот я вообще не ожидал. Да и, честно говоря, я не очень-то верил, что нам надо будет убежать именно. Шанталь. Шанталь. Открыли. Прикольно. Ну чё? А, ты. Тут нет ничего, по бокам нет ничего. Не, включи брат. Ну блин, теперь темно. Нам, наверное, надо посмотреть, кто там лежит на диване. О, открылось.
Ебёсься. Ну явно, смотри. На солдате мёртвом. Я понимаю, как тяжело муж на войне, так что я не злюсь. Я не отказываюсь от того, что может тебя приободрить. Прости, что еще не нашла револьвер, но я передам его тебе позже, не сомневайся. Я приду, ты только подожди. Нормально. Так, так, ага. Нет, это, видимо, в ту сторону идти. Ничего не видно. Угу, вижу там дверь. Я уже начинаю путаться, честно говоря, в клавишах. У нас английское «и» хоть на что-то влияет. «С» — это «присесть», «контроль», «показать цель». Вот так вот. Пробел ударить палкой, левая кнопка взаимодействия. А, видимо, мы это уже смотрели. Ага, вижу. Так, подожди. А что мы сделали-то? Мы просто увидели, что она изменяет мужу, правильно? Дева Мария, ехать зайцем не так нелепо звучит. Я знаю, отец всегда говорил, что... грузовые трюмы толком не досматривают, и я... Да. Хорошо, я обещаю. Нет, тебе не нужно сюда приезжать. Нет, тебе не нужно сюда приезжать. С тех пор, как я нашла отцовский револьвер, я... Так она нашла револьвер? А какого черта я все еще здесь? Из офиса Джона Трибука. А, да, тот парень из призывного чего-то там. Я сомневаюсь, что у них найдется для меня. Уважаемая мисс Мартин. Мы ценим ваши многочисленные попытки попасть на фронт, но поверьте мне, самые горячие сражения идут за офисным столом. Прошу прощения. Я сомневаюсь, что вы превосходная машинистка. Так почему бы тебе не приехать в Бостон? Печатать? Интересно, на какое количество слов в минуту сказывается привычка... Эй, выше носа, Бетти, ты туда попадешь. Ладно, допустим. А, дверь. Открыта, но там тоже что-то есть. Ой, тут чувак какой-то. А, это, наверное, мы на... поле боя попадаем, правильно, и это оградительные эти. Да, смотри. Противотанковые ежи, колючая проволока. Дун. Так, ну тут закрыто, ты в курсе? А, тут есть дверь. Она открыта. Ну не вижу. Но тут закрыто тоже. Че толку? Это, наверное, я вернулся случайно, да? Слушай, может у тебя есть в руках плоскогубцы или... Ну да, вряд ли бы ты, да-да, тут встал. Подожди, что-то я не одупляю. А что сделать-то надо? Присесть тут, может, где-то? Тут нигде не присядешь. Не, ну присесть-то в целом можно, но это толку. Ноль. Ага, вот тут подсвечивается. Чё? Ну нет. А что тогда? Что-то просто решили показать нам, что ли, и все это? Это нам надо вернуться? Ну нет, не может быть такого. Иду я в упор, даже не царапаюсь. Давай попробуем вернуться. Да, я понял, что наверх. Наверное, надо все-таки вернуться. Так, тут решетка. Ну, туда я зашел. Не знаю, может, это нам реально показали. Хотели показать что-то там, что она все-таки отправилась на войну. Вот это похоже на дверь в ту сторону. Нет, это все еще ванна, да? Тут будут теперь пугать, не? Не пугает пока. Так, шкафчики какие-нибудь. Ну нет, у нас, смотри, ни плоскогубцев нет, ничем. Мы резать эту колючую проволоку не можем. А что тогда нам делать? Да я понял, что нам туда надо. Кимбо, о! А вот здесь можно было спрятаться, что ли? Ну, об этом надо было раньше говорить. А то есть я просто на свой страх и риск убежал от призрака в темноте. Хрена себе, вот это я мощный. А, тут под любой кроватью можно было спрятать. Понимаю. Так, подожди, где там дверь? Вот она. Подожди, нам явно показали, что в эту сторону. Вряд ли нам в обход бы потом сказали идти, правильно? Здесь ничего нет, здесь ничего нет. Скорее всего, мы где-то что-то пропустили, правильно? Это странная фигня. Мы пройти не можем.
может, все-таки... Ну, вот этого вот, че она рука вытянута? Че ты? Скажешь что-нибудь, не? Там какое-то пятно черное. Я понял, что нам надо наверх. Ну, а че толку, блин? У этого в руках тоже ничего нет. А, вот, я просел все-таки. Ой, ты. Пугал меня, дурачок. А если так отойду? Все, ты тоже сейчас. Все-таки можно было присесть. Ой-ой-ой. А, подожди, тут тупик. А, вот дверь. Ага, видел, там сейф был. Он нам нужен? Нет, потому что это колонка. Ага, все, понял, нас повернули, значит, тут что-то. Ты что, книгу в нас кинул, бля? Ну я ж только что шел книге. Зачем ты ее книгу? Зачем ты ее кинул? А, ты ужасно любишь эти странные пыльные тома. А, мы никогда не читали много книг, только слушали отцовские приключения. А, мне... А, ну да. А тебе хватает, Джин? От твоих книг? Чувствуешь ли ты, что живешь? Да нет, давай еще раз. Вы слишком быстро переключили, я не обратил внимания, что там. А ты ужасно любишь эти странные пыльные дома, правда? Мы никогда не читали столько книг, а только слушали отцовские истории про войну. Мне после всех них хотелось самой отправиться на поиски приключений. А тебе всего хватает, Джин? Твоих книг. Чувствуешь ли ты, что ты живешь? Вот, вот так хотя бы логично, да? Бля, я тебя все равно не слышу. Так, там, по-моему, кто-то... Нет, там никого нет. Куда нам наверх надо? Ну вот лестница. Трунь-трунь-трунь-трунь-трунь-трунь. Ух ты, дурак, что ли? Пугал меня. А женская вспомогательная служба... Вы моя последняя надежда. Мы всегда рады новым военнослужащим женской вспомогательной службы. Мы не можем предложить вам... Да неужели? Ладно. Ох, как же так? Да чего же обидно? Да чего же глупо и обидно? Так, ну спрятаться под фортепиано, пианино или что это такое? Под роялем, я думаю, это рояль скорее. Мы не можем. Кстати, а дверь наверху, это уже похоже на то, что мы... Заберем револьвер, да? Я приду к тебе. Я иду. Я иду к тебе, Джин. Ага, вижу. Дорогая Бетти, благодарим вас за предложение организовать патруль из местных жителей. А, боюсь, ваше место жительства ставит вас в невыгодное положение, вы там совсем одна. Не сомневаюсь, что такая славная девушка непременно сможет помочь. На распродаже выпечки женского клуба. Нет, я не... Меня не остановит. Возможно, стоит еще раз написать Роджеру. Он может прислушаться к голосу разума. Так, ладно. Куда нам дальше? Ага, вижу. Сейчас нас просто обязан кто-то выпрыгнуть, напугать. Правильно. О, ты кто там? Да не, подожди. То ли девочка маленькая, то ли какая-то кукла фарфорная, хрен его знает. Ага, вижу, нам уже... Мы уже совсем близко. Не работает, видимо, да? Ну, видимо, не работает. Что? Ты что-то она мне сказала. Ладно, верну. Behind you. За тобой, что ли? Да, вот здесь... Подожди, пролезть я не могу.
Так, ну там я не пройду явно. Так, может мне сюда теперь? Подожди, я тут находил записку? Да, вернуть на место, значит, я отсюда пришел. Мы вот здесь вот, значит, не были еще. Ну это же логично, правильно? Мы же тут вроде как мы. Да, смотри, что-то там окна. Да, и вот мы вышли как раз туда, куда надо. Угу. Там дверь закрылась, мне это не нравится. Игра сохранена, отлично. Тогда, думаю, пока можно на этом все. Все ссылки в описании. Напиши любой комментарий, поставь лайк, чтобы видео продвинуться. Также подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующую серию. На этом все, скоро увидимся.